получили древовидные пионы. Вот такую огромную коробку. Каждая коробка 50 корней. И сорт это очень красивый. Кинкаку. Сейчас покажем, как выглядят корни. Открываем коробочку. Корни должны быть очень большие, потому что коробка тяжеленная. Мы вдвоем еле ее затащили в парник. Другие сорта полегче были. Так, ну вот, смотрим, что у нас тут. Они большие. Они побеги. Они огромные, да, просто. Да, слушай, это уже огромный. Да, вот. 80 сантиметров. Ух ты, ёлки. Да. Это уже просто зеленые почки. Зеленые, да, почечки. Да. Все такие у нас хорошенькие. Да. Да, каждый корешок у нас в пакетике, да, чтобы ни влагу не терять. Добавлен мох. Для Сфагный, того, чтобы да, влага была на корень. Удерживалась бы. Ну, очень, да, очень большие. Сорт, видимо, сам по себе рослый. Да. Кин какой. Потом я покажу, как сам он выглядит. Вот, да. Покажем, как мы будем сажать теперь вот этого гиганта деревовидного. Древовидный пион, сорт кикаку. Кинкаку. Интересно такое название. Да, и вот он такой огромный, что он даже не влезает в 5-литровый горшок. Ну и мы уже сажаем как поплезет. Самые большие растения просто быстрее клиентам отправим, чтобы они, да, осмокот, вот, чтобы рос и был красивый. Вот так происходит процесс. Садки, горшки, пионов с голыми корнями. Угу. Вот. Красавчик. Уже готов. Вот так.